Ну, еще раз покажу свой барбарисик в заходящем или наоборот в дневном свете. Он у меня в этом году хорошо разросся. Вот такой зелененький, призелененький. Там еще сидит у меня розочка. Здесь огромные, преогромнейшие, чудесные хосты, вихеры. Вот такое чудо тут. С этой стороны веники на подходе. Здесь хосты вот такого вот пепельного цвета, здесь гехера опять, там спирея. Я ее стригла и все-таки решила дать ей немножечко процвести, как раз ее розовые цветочки, зонтики немножко сочетаются с цветом лагуны. Вот так вот. Как жалко, что закрылись нимфейки. Ну, им знать, значит, пора.